Рано. Бля, интересно быстрее. А лук посмотрев. Калуга, посмотри в камеру. Черт. Ты готов, малыш? Ну что, пацаны, готовы к продюсированию? Еее, папочка вернулся. Папочка вернулся. А вот он мой Ашер. Азиз. Ну все, я... Всем привет, нахуй! Сегодня мы в доме у... У меня. У Пидиди. Не говори, я осуждаю. Я не осуждаю. Всем привет, ребяточки. Это прескрипция. Ро, пацаны, всем привет. Сегодня будет жарко, пацаны. Привет, Гринков, Гринков, но мы тебе тоже привет передаем. Он имел в виду недры. Недры, недры. Буду говорить угли. Угли. Да поставьте камеру нормальную. Хорошо, не дергайте стол. Ой, пацаны, ёпта. Вам нравится вообще вечеринка у Пидиди? Вы видите, кто здесь вообще пацаны Пидиди? Вы видите, кто тут Пидиди? Ро, всем нахуй. Сегодня будем играть на эти денежки. Сегодня играем на бабки, короче, чуть-чуть. Суефа на бабки будем играть. Сау, сау, Пидиди тут. Играем сегодня на нож. Сау, сау. Ножка из гол. Цепи. Ножка из гол за 10 тысяч. Меня чуть ворм не отпиздил. Ну, блядь. Значит, было за что. Видишься адекватно. Бывает. И не будешь попадать в такие ситуации. Когда фиц я 3? Никогда. Очки. Он на стрим не пришел, поэтому, ну, дизреспект. Саунд, саунд, саунд. Саунд, саунд, Рексмут Мьюзик. Хули тут Блюфейс забыл? Да я тут... Блюфейс. Калуга, Калуга, завези контента. Завезу. Гофиц, я три, сам, сам. Я вам не только контент. Где Вормгангер? Отдыхает. Код 10 застрял в 2020-м, почему он в маске везде? Он болеет вообще, просто следить за этим всем. Кстати, Юрец, а чё, почему ты... Чё у тебя с концертами, с туром, чё у тебя? Почему болеешь? Простыл, логистика плохая, в машинах ёбаных возят, блядь, артистов. Ну, с туром всё хорошо. День берут и... Просто Юра заболел и пришлось сделать перерыв. А так тур вот дальнейший. Так все билеты, всё поддержать будет. Меня. Все, кто купил билеты, все остаётся. Купил ты про меня? Да, это я, Тимур зовут меня. Где Худрич Лука? Не здесь. Где-то? На планете. Рез, где плакаты за Волгоград? Не знаю, я что за какие-то... Скайэнджел? Да вот жду от него демку. А я от Идмайса. 473 на связи. Йоу. Мне было так грустно. А где Стефан с нами? Мы его просто в кадр не хотим пускать. Пофиг мне. Кстати, я слышал, ты был недавно на вечеринке, где был наш друг Шайни. Я вот его пел на презентации, был, да. Как тебе Шайни? Ну, мне было немножко некомфортно, что я как бы там один из немногих на мужика похож был. Но в целом, ребята приятные. Не, Никита Шайн хороший пацан. Да. Мы поугарали вместе. Игорь Строков, ты мой папа. Сэвэджа, мой папа. Внутри ты папа. Где Ханти Хамп? Ну, наберите Ханти Хампу, знаете. Мне кажется, новые реконсы покупает. Кто, Ханти Хамп? Да. Но он не пидачи. Осуждаю. Не, да вы долба... Осуждаю.
материться она можно. Я включил. Так, пацаны. Мечиться же можно? Мы против всех запрещенных веществ. Калуга чисто как батя, который... И против меньшинств. Молодой Калуга в вафле. Хорошо. Печенье в клеточку. Кстати, бельгийские вафли вкусные, с мороженым. Я уверен, что твое мнение... Бельгийские вафли. Какой план сегодня? Играть на деньги. Сегодня будем играть на деньги. Давай прямо сейчас на пятак. Давай на суефан, на пятак. Давай не на пятак, давай на 10, на 30 тысяч. Давай на 30 тысяч. На 15. Давай на 15. На 15 тысяч. Типа на 15 тысяч суефан. Давай. Первые ножницы, и по-моему через раз, или просто первые ножницы. Первые ножницы, похуй. Суефа, суефа. Суефа, суефа. Ах, пятнашечка отлетает. Один хуй сегодня будем этот азартить. В любом случае, когда, я это все заберу. Когда начнете трахаться? Вот они, отлетают, ну, Гоги. Давай, короче, отыгрываться. Фиф, я теперь, ты кого да, тут ты увидел? Ты меня вел в азарт. Подожди. Какое трахаться, бля? Я выезжаю. Адрес, дергай стол. Давай, Гога, на тридцатку теперь я хочу отыграть. Подожди, попозже, я не хочу. Нифига себе ты как, а? Придумал. Прям нифига. Пятнашку забрался. Да. Куда куши смотрят на деньги, будто не ел. А я никогда и не кушал. Убери тоже запретку. И воду не пей. Калуга, как относишься к щеглу? Кто такой щегол? Ну, птичка, наверное, щеглу птиц. Животных. Давайте хор сделаем. Давай. Даже Андрюху трубом. Барвихинский мажор! При бабках и в Монклере. При бабках и в Монклере. Просил по 200 ГС. Просил по 200 ГС. Лениво прыгнул в теху. Лениво прыгнул в теху. Продал по 1-2. Хотя купил по 7 я. Фамилия моя! Известна всем на Бену. Когда концерт Сыктывкаре Калуга? Когда Геопика предложит? Очень хочу приехать в Сыктывкар. В Череповец, вместе с Сыктывкар. Семилуки, зовите, я... в Чебаркуль еще обязательно. Почему Джон Гарик выглядит как стеснительная? Кто? Стеснительная? Стеснительно он... Ну почему? Тебя он явно не стесняется. Пацаны, вы просто вы бы застесняли, пацана, зачем вы так делаете? Калуга, помнишь, в 91-м пиво пили вместе? Пацаны, а вы... Когда концерт в Нижних Яичках? Силом ржавым было дело. Гов Микунь! Кресло, чтобы сесть. Как Белозерских завалили! Вы там этот... Пишите организаторам, я приеду в любой город вообще, то есть... Крым, в Крым, там, куда угодно. А чё вы там стоите, вот, держите стулья? Ой, Юра такой заботливый. Юрец, как самочувствие пишут? Блядь, температура. Когда в Бурундию? Скоро Юрца будет лютый фит. Пацаны. Деду стул подали. Со мной. Держи, Лё, ещё. Не, мне, ну, давай. Как относитесь к Сила? К Сила? Сила? Уважаю. Райпи. Райпи уже? Не факт. Не факт. Ну, тогда фри. 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 Надеюсь, просто где бы он ни был, у него все хорошо. Легенда. Юрец, почему в клипе на Дом дракона нет тебя? Гога, когда в Израиле? Потому что... Когда за паспортом поедет. Потому что он... Я был занят туром. Потому что он не любит творчество Мартина. Кто такой Мартин? Ну, кроме дракона, это что это тебе? На 30 тысяч играем? Давай на 30 тысяч. Дом дракона. Давай до трех. Давай до трех. Суефа, 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 суефа. Блять! 1-0 за эйсом, 1-0 за эйсом. Не, мы уже сыграли. Суефа, суефа. 1-1. Подожди. Пацаны, 30 тысяч. 1-1, пацаны. Один... До трех побед или, до, или до трех, до трех побед. До трех побед. Не, до трех, именно три победы. Давай, 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 давай! Суефа, суефа. Суефа, суефа. Сюда! Ножницы показал. Ага, ножницы, да. Мандожницы. Ребята, от 3 побед полмиллиона могу спрыгнуть с окна. На второй этаж я выживу. До трех побед играйте. Давай. Суефа, 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 суефа. Сюда, тридцаточка. Камцумо. Пиздец, он веселый.
На 15. А вы что думали, нахуй? Ты меня назвал? Description Gang — это богатые парни. Ты меня назвал? Вот сюда они приходят. Ты меня назвал, все. Леон. А. На воду. Уху! About a week ago, week ago. Ну, блять, воды дохуя. Новые машины, самое много деляк. Все, пацаны, я ухожу. Я ухожу. Вопрос года! Это твой аванс. Аванс, ты чё разбрасываешься водой? Тебя блядь, нахуй так громко! Юра Кигаген, по-братски передайте привет моему брату смокеру Кариму. Мало! Мало. За привет мало. Да, моя вода! Дорогой Юрец, стрим, передай. Богатый парень. Привет, привет Карим. Смок. Рад, что мы по косарику срубить хотим. Да пошел ты нафиг. Пацаны, если мне чисто деньги отрежете Юрцу, если лям придет, то... Запретка водой разбрасывается. Так, пацаны, звук во рту. Сейчас пацаны звук во рту придут. Подожди, пока рано еще кого-то приводить. Главное, чтоб не хуй, а вода — это нормально. Где Айси Бенда? Айси Бенда где? Там был вопрос. На Выхино охраняют. А, Попову вот спрашивают, где Ворм, где Айси Бенда. Моя мечта — сделать стрим Айси Бенда, Вормгенгер, Траблмейкер, Ренатик, Паша Техник, Раскол и Лапахапа. Лапахапа. И это будет... Пацаны, скоро будет на самом деле лютая тема. Мы немножко своруем идею у мистера Биста. Немного своруем, но... Почему с вами кудрявая запретка? А у нас сейчас такая ситуация, что мы можем воровать у американцев. Но будет очень офигенное шоу. Мы его выпустим на YouTube. Неделю будет, пацаны должны будут прожить в тюрьме. Спасибо! Я готов. Не в первый раз, как говорится. Всегда хотелось туда попасть. И наконец-то. Будет очень круто, так что спасибо, папаша. В скором времени организуем крутой стрим, и кто продержится, заработает хорошую сумму денег. В натуре на бабки играю вообще, похуй. 600 баксов сейчас поставим. Смотрите. Колян! Да. 60 тысяч. 60 тысяч играем? Давай монетку подбросим. Ты орла, ты... Бро, у меня нет маленьких купюр. Типа. Ну хорошо, давайте. Хотите? Есть монетка у кого-то? 50 рублей. Но тут на столе где-то валялась монетка, это мне, конечно, на маршрутку доехать. Это Леон свой аванс просто с нам раскидывает. Просто я вам показываю. Я еще выбираю орла. Орел, решка. Я вам показываю, как это делать. Орел, решка. Я кидаю. Давай. На 60 тысяч играем. Не, я кидаю. Я реально показываю, как это делается. Кидает Леон, Леон. Не, давай я. Не, ну мы с тобой играем. Да не, я кидаю. Не, у тебя ты там подкручиваешь. Я не, да какой подкрут, не существует. Ты свои грузинские, они вот этой темы не пускают. Орел! Ребят, пишите это, вопросы, я читаю. Мы только читаем. Орел, решка, на 60 тысяч. Орел. Решка. Орел. Везучий ты какой, а, мальчик? Называется грузинская. У нас сегодня бюджет, короче, 60. Этот. 60. Держи. Когда фиты задумаешься? Это код 10 или кто очень качает? Юриц, я тебя люблю, ты лучший, да, М2000, голубы у тебя вообще ебнел, ты по рту Тимура Гога, ты пиздец, на вора похож, Блюфейс, Гео Майн. Кто на вора похож? Леон Блюфейс. Я на вора, говорит, похож. Ну, это, конечно, вы придурки. Да, у меня классный... Карнавали вчера. Еще десятку, давай реально еще десятку. На что, здесь Суефа. Да, все, Суефа. Монетка. Кидай монетку. Орел. А сколько людей? Десятку. Десятку. Сколько людей? Короче, надо уже... Сколько, а сколько нас смотрит людей? А я не знаю, посмотри. Зайди там. Я не знаю. Косарь. Ребята, вам вообще интересно? Кто, да. Что? Ребята, вам интересно? Я... Орел! Орел, я решка. Решка. Покажи на камеру. Чего? Я хуй. Блять! Перебрасывай. Там был орел, там был орел. Перебрасывай. Клянусь, да, орел. По-моему, там реально был орел. Там был орел. Пацаны, что было? Орел, решка? По-моему, там орел был. Там орел же был. Монетка почище. Орел. Нет, там орел был. Вот, давай 5 рублей. Давай 5 рублей. Не-не-не, орел был. Все пишут орел. Ну все. На двадцатку давай. Давай на двадцатку. Похуй, сегодня бюджет есть. Рец, когда будет видео, подъебываю неону. Нахуй.
Че, а еще раз? Запрешка, садись. Хочу очень музыку делать. Так. Сделай, нажми, чтобы вот это красное. Джон Гаррик, кстати, хочет предложение неоновое делать. Так. Че? Я орешка. Я орел. А, ты орел. Опа-на. Пацаны, стой. Вы за кого заменяли заклина? Подождите, дайте 20. Я пальцем придержу, чтобы я не уронил. Заменяли заклина? Опять орел! Не, у них монетка какая-то эта. У них монетка точно. Лишь подкрученная. На магните. Давай, короче, это, я ставлю цепь Home Hearts вот эту вот. Не, потом. Готов? А ты часы? Не, хуй там. Или давай... Хуй я там! Я цепь. Когда 10 шахматы? Евро стоит. Хуй там. Этот, сука, уже, блядь, цепи ставит. Я чё, богатый нахуй, по-твоему? Я куртку Версачи ставлю. Долю. Какую долю? Вот так, ребята. Чему это учат? Это чё за смазливый в голубой кепке? Да так, заездной какой-то лох. У вас свой шоу спит? Личный. Пацаны, у вас, конечно, шутки, но это сильное. Калуга, когда дети? У меня есть. Так, я думаю, надо играть на что? Это no cap. На что будем играть? Спасибо, ребят. У тебя бабки есть? Давай с тобой, Леон, сыграем. Блять, ты просто уделяешь. Нет, давай с тобой сыграем. А ну, давай на снимай. Давай на Цуефа. Давай на Цуефа. На сколько? Там это... А это сейчас... На! Давайте вот на Цуефа, кто будет из Кашамиды шашлык делать. Звук во рту, пацаны, пришли. Кто из Каш... Кто это? Кто это такой? Я тоже не кто раз. Пришел? Ты! Писать здорово, на него. Всем здорово, я. Кто же тут? Братва с нами, на нахуй, пошла жара. Нифига себе, сколько народу. Кстати, здорово, пацаны, мы можем организовать ММА, тут спарринги, типа именно в кровь. Коленку в партере поборемся. Что, Лен, на сколько играем? Сколько играем 30 тысяч. 30 тысяч, ставь 30 тысяч на свою фазу. Масик низко создали. Welcome to Clay County, aka Jurassic Park. На нужной банды нашей от Джуза. А Джуза? Джуза с... А, Бидмарь, здорово. Салют. 10, 20, 30. Кто это, пацаны, 30 тысяч кладу. На что играем? Давай Цуефа. Победите кто? Коля Лина, блядь. Я. Да. Welcome to Clay County, aka Jurassic Park. Салам, парни. Отдельный салам Леоном дропнул охуенный альбом. Должен купить дом или хотя бы просто 500 миллионов. Это мне нужнее. От души, братец. Пацаны, у меня уже новый лист давно. Братец. Да, сяду, дальше, больше, дальше. Пацаны, ну вы разошли, вы репостите, получается. А мы сейчас репостим. А вы кто? Дверь. Все, мы с Калином играем. На 30 тысяч играем. Ты поставил 30 тысяч. И ты 30 тысяч положил. И я ставлю пятак на Леона. Все. Ты еще пятак даешь, если Леон проиграет. Вы что, на что вы хотите? Что, давайте. На Цуефа на 30 тысяч. 30 косарей на Цуефа. Он первые ножницы через раз, да? Да. Не, не через раз, первые ножницы. Нормально апнули балик. Цуефа, 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 Цуефа. Пятак, пятак еще! Вот они, блин. Десяточка моя. Ты на меня ставил. Я на тебя ставил КФ, КФ-2 был. КФ-2 тоже. Все, да, давай. Хорошо, блядь. Хорошо. Перезаслага. Так, надо будет отыгрываться. Пацаны, пусть Калуги сюда сядет. А я хотел сиду покурить, я сяду. Я понял. Стримок вот сюда вот так. Лен, можешь сюда сесть? Да, давай. Сейчас будем играть с тобой. Давай. А сколько играет? Почему Юрец всегда гоняет в маске? Потому что он болеет. Заболел. Заболел. Ой, бля, ёба! А кто еще это? Пепси Кола. Так, ну давай. Гоген. Давай на десятку. Я сегодня это не в азарте. 10 тысяч. Раз. Два. До трех или за одной сразу же? Прям сразу же. Давай просто. Да, сразу, с первой. Раз, два, три. Гуга, долю. Долю тебе за что?
на лечение. Да нормально, да нормально. Юра, выздоравливай, расскажи, как познакомился с Калугой. Юрец, как познакомился с Калугой? Познакомились мы еще до того, на вечеринке у Пендиди. До того, как он попал в Фуд-ту-Худ. Он приезжал на район. Приехал на вечеринку. На Нюхе Кандифлибой мы еще. Нет, мы с тобой раньше познакомились. Ты что, гонишь? Ты со Славиком раньше познакомился. Блядь, ты сыр. Со Славиком мы с тобой. Только я с Бенду приезжал. Зимой. Возможно, но плохо. Дизлайк по Коле. Да. Лен, ты был, под... в Волгограде, чё ленивый такой был? Мэрниш, Терн, Червонец забитый, с него если чей взять, так это анализы и те хуевые. Чего? Чё этот Моргенштерн, с него если взять анализы и то хуевые? Моргенштерн? Всем Юра байтит таких пацанов. Жонгарик, мужик, передай привет Егору из Тольятти. Привет, Егор. Да, давайте Егор, салют, братуха. Передай, передай привет. Жонгарик. Пацаны, отдайте этот, Калуга сядет и этот. Пожалуйста, передай привет моим кентам, Дани. Может, вы как-то не кучкуете, а так мы посмотрим. Пусть Даня или Кирилл, здорово. Гарик, привет передаст. Пацаны, ворк... Пошел нахуй! Скипни, скипни. Пошел нахуй! Никакого ворка. Осуждаю. А где Калуга, блядь? Я тут. Да, сядь поведнее, можете... Все просто подвинемся. Потому что мы, если вот так все сядем прямо, как на скамейку, ширик же все равно все будет видно. Братан! Закрой штуру, под штору встань, Диман, под штору, штору встань, за штору встань, если ты... Вот где рано, давай ты парни... Нельзя так делать. Я лучный, я считаю, братский, и привет, он... Трон Дубай. Чё там такое? Гога, давай, короче, Гога. Чего вы вообще взяли, что Калуга выпил? Я с резвой сижу. На сотку готов? Калуга спортсмен. Не готов? Там давай, знаешь что? Да, блядь. Салют, парни. Калуга, как получился фит с Басотой? Басота мой друг, я его знаю раньше всех рэперов вообще. Это мой друг. Друг твой? И он, ты был под в Волгограде. Че ленивый такой был? Я боялся людей. И сцены. Угу. В погоду. Те, кто... Короче, в зале. Да. Знаешь, что предлагаю? На сотку хочешь? А вот ты иди нахуй. Кто? Басота — это ровно тип, который выручал меня, и это вообще большой души человек, так что иди. Он тоже враг. Да оставь. Это диванные критики, пусть там сидят. Короче, смотри, давай сейчас на двадцатку. Ага. Если выиграю, посмотрим. Мы сейчас в Грузии, да, угоди стрим ведем, а где ж еще? Пятидесятку положу, а, двадцатку. Леон, как тебе Краснодар? Краснодар, респект. Краснодар — это большая любовь. Это офигевший город. Вот у нас общие друзья там. Че, на ЦУФА сразу или... Сразу. Давай, сразу. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Бля! А если Бенда не наебывал тебя на ухо? Пацаны, это грузинские схемы. Гога просто что-то сегодня в ударе. Он когда не базарится, он получается. Леон, я перед матерью не кринзанул. Чего? Они все спрашивают, когда у тебя дети, какие дети? Гарри, когда у тебя next big release? Дайте парню времени еще лет 10. Волга. А, у меня... В месяц у Джон Гаррика будет скоро... Леон, ты будешь... Леон, ты будешь в ноябре у Джон Гаррика. Смотри, как бы тебе народ не дали. Да вы, пацаны, можете на тупые комментарии не отвечать по-братски? Короче, он смотри. Идет прямой эфир, это известно. Леон, Павел, пригоняли. Чел сзади нас снимает, потому что надо так. Это... Скалин неплохо. Лео, когда у Леона Шекспир? Лео, когда поедешь во Владивосток? Ты поедешь во Владивосток? Дети будут через 2 года у меня. 18 исполнится, у меня уже будет ребенок. Ну, там Юрику 10 нет паленых вещей, вы что, завязываете? Че мне сказать за Дракхилл? Че? Наш братец. Наш близкий. Ну, наш близкий, который несет хуйню. Калуга. Ты вообще брат мой. А вы слышали трек? Братское вот сердце. Это? Больше. На, больше. Я не кидаю нариков. Давай мне соль на раны не сыпь. У меня начали, бля, слушатели в Яндексе падать из-за того, что разоблачили. Хм.
Скоро разблок будет. Он без мата будет. В Саратове на концерт. Конечно, я буду везде. Можете везде меня искать и бить. На десятку хуярим. Давай. Дай на 20. Давай на 20, да. Раз, два, аккуратно, колупчик, все. Очки не снесли. Банк. Да, да, да. Сразу? Дай это эту монетку. Давай монетку. Калуга! Кинь монетку! Давай я подброшу. Дайте педаль. Решка, решка. Я решка. Я решка. Я орел. Нет. Да как не ты так, пока... ты как бросаешь? Вот так вот, короче, давайте вот так. Давай. Двадцатка, банк. Кто что ставил? Я орел. Ай-яй-яй. Не, это монетка реально как бы Гогина. Походу он ее принес, подложил аккуратно и все. Есть нахуй. Стану, я сюда зашел с банком 100. Арсена Макаряна, я не знаю, кто это такой. Арсен Макарян — это бородатый такой тип, который раздает всем советы, как надо жить, какие еще. Ну, короче, блин, немец. Он, короче, бог вообще. Ну да, это угарный тип, конечно. С чего начать? Начни с себя. Пацаны, я сюда зашел с банком 100. Кого, бля? Что? Гуга, ты его уже собрал денег, давай-ка, сколько тебе тут? Леон Калуга, когда в Оренбурге. Дагестан с кайфом. Ну, куда, когда в Дагестане? Гуга, знаешь... Леон! Гуга, знаешь Рашпиля? Можешь... Да, подождите, ну чат... Что он сказал? Леон, спасибо, что взял. Вы все просто перебиваете чат, и ничего нихуя не слышно, блядь. Здарова, братва. Как у вас настроение? Это вам от Гринки. Вот этот тип, который пишет постоянно капсом там про Google, он уже типа Рашпели, вот надоел он уже. Надоел? Ну да, что он? Заебал он уже. Выбесил уже всех. Ребят, вы там спрашиваете часто, когда там, ну, туда-туда. Мы... У нас нет городов, которые мы бы не хотели приехать. Задонать 500 рублей, потом привет передадим. Давайте... Ну, общайтесь с организатором. Оля Линов, легенда. Куда угодно. Я говорю, хоть... От души. Почему Линов? Да бля, это старый период мой. Да. Юриц, выздоравливай. Передай привет антипаблику с сервера Чикаго. Ну, привет у нас намного больше денег стоит. Хотя бы на 150 рублей. Ребят, сегодня именно вот Prescription Gang просто стрим. Хоть худ-ту-худ и... Короче, смотри, у меня был... Мы братья, но сегодня вот концепт... У меня был банк 160 где-то, у меня здесь уже 290. Ну, ты, конечно... Короче, да, смотри, подожди, я не помню, знаю, как Коля Линов и КВ привез почти братьев за детство. Я не знаю, кто Коля Линов. Смотри. Да это не про меня пишет. А, почему ты Коля Линов? Да это, говорю, старый, типа... Давай я так! Видосы давай. Снимал, вообще. Я ставлю 120, а ты нож в КС. Ну, у меня он стоит 200. Угу, невыгодно получается. Че, на нож давай лучше сыграем. Да, но его не продать, его... Ладно, почему стой... Почему у тебя продать? Половина треков бан? Это скоро ситуация... Пофиксим, будет без мага. Его продать, на самом деле. Но ты его не продашь, типа, день в день за 200. Не, ну почему день в день? Я его продам, Калуга, тебе... За 1500 баксов ты его продашь. Калуга, ну, Гога, за 1500 как баксов? Не, какой 1500 баксов? Он можем... 160 ставлю. Калуга, Гога, когда тур? Он его сейчас за 180. Для того, чтобы ехать в тур, нужен совместный релизик. Да. Согласен, братишка? Согласен. Делаем. Я руку пожал на стриме, меня никто не тянул. Давай, нож, подожди, сейчас я зайду в этот, покажу, что нож, мой нож. И, пацаны, плюс чат, если на нож КС хуярим. Плюс да, чат. Плюсы, если у меня нож КС, бабочка, если что, убийство. Убийство немного поношенное. Плюс она чат, если... Она минимум вэр. Здорово, Гоген. Как у вас настроение? Передай привет Гринко. Гринко, здорово. Так, сейчас. Настроение, как у тебя настроение? Ну, меня потрясающе. Сегодня свежий, потому что... Свежий. Дагестан, спасибо, тоже вас зовите. Игорёк. Игорёк, вы оби меня. Ты ещё так бородку кладешь. Да. Да. Где-то плюс 10 к уверенности. Да. Очень мало плюсов, очень мало плюсов. Да, походу пока не играем на нож. Да, я поеду в тур, когда вы мне его... Ну, типа, я тебе с компа только могу, если что, перекинуть это, потому что у меня на другом телефоне. А комп где? Ну, у меня на хате комп. Нет, тогда не дайте интересно. Дайте поговорить Джону Гаррику. Вот, задавайте вопросы Джону Гаррику, он ответит на любой. Не-не-не, мало. Нож КС я тебе тогда могу перекинуть, как я приеду, потому что у меня здесь в Steam не заходит. Люди контент хотят сейчас! Ну как я тебе, как я его сейчас перекину? Педиди! Делай давай. 20 тысяч давай. Давай 20 тысяч. Я ставлю на...
а.к.а. Jurassic Park. Нахуй Юриц про Оксимирона в треках поет постоянно. Десятку я ставлю на Калина. Я вообще не понимаю. 10 на Калина, КФ, КФ2. Оренбург, в Оренбурге я был. Давай. Тут, короче, зачем ты про Оксимирона? Сразу или? Давай, с первого раза. Давай. Суефа. Спроси тебя донатом сейчас, зачем ты про Оксимирона? Ай-яй-яй-яй. Двадцатку. Ой, еще десяточку. А он, подожди, он проиграл. Ну. А, я забираю. Юра, что за котлы? Пацаны, еще, блядь, хасл. Юра, Ролексу. Постоянно. Армани. Ролекс Армани. А.к.а. Jurassic Park. Кто? Привет. Что за Орен? Запятая, обязательно стрим выкладывайте еще. Юра, твой трек люкс. Под бит Пипа, ты с Пиццом его выбрал? Как относитесь к Пипу? Братан, поговори. Продюсер вообще типа из Team Session. Хэви Метал шеф не твой трек. В смысле шеф не пацана, который зали? Братан, давай завязывай здесь все свои. Оренбург круто. Круто. Вова, как относишься к Марсену Маркаряну? Да, я? Давида, да, кто Корсен такой Давид сказал? Лучше сказать, что нормально. Да, да, Маркарян. Пацаны, кто будет писать большой? Пудакуш, почему такой грустный? Я такой всегда. Всегда. Да, он веселый. Что скажете про Морфина? Перк 40. Шарик? Большой шарик. Бомбовый продюсер. Ну, бомбовый, да. Пацаны, кто закинет самый большой донат... Тут нет, Луки, вы что, на приколе? Пацаны, кто закинет самый большой донат, дарим эту тишку Prescription Game. Уфас кайфом. За самый большой донат тому дарим. Сразу, кто задонатил, пишите ник в инстаграме. Ну ладно, какой? Почему Джон Гайек молчит? Это его. Ну задавайте ему вопросы, что ему вот сказать. Давай вместе поем. Раз, два, три. Барвихинский мажор! При бабках и в Монклере постучал. При бабках и в Монклере. Просил по 200 ГС. Лениво прыгнул в теху. Продал по 1-2. Хотя купил по 7. 20 тысяч ставлю. Дай 30. Давай 50. Я десятку на... 50 и Орел Решка. Я на Орла ставлю. 50. Я Решка. Я десятку на... Я не играю в азартные игры. Я десятку на... Я на Калина десятку. Можно я играю в реальную жизнь. Джон Гайк не знает, будет ли еще один шанс. Че, кидаешь? Подкидывай, но мы на это повлияем. Я Решка, ты Орел. Тихо! 50 тысяч игра. В каком уровне? Да? Да. Орел сюда! Вот я десятку она ставил. Мэл, что делать, если моя девушка десяточку недовольна, что ты мне нравишься больше, чем она? Десяточку мне еще. Вот они, мои девушки. Возвращаются. У меня есть флит с Найнмайсом. Что, блядь? Это факт. Это факт. Двух народ смотрит. Косарь где? Косарь, почему меня по 100, ребят? Тысяча, куда куши вы педиди? Педиди. Я Ашер, я Ашер. Юра, Юра, помнишь, девочка передавала ожерелье от Оренбурга? Куда куши, как педагог одет. Я? Давай 100. Ну, у меня лежит, но... 100 на что, на суефа? Да. Ну, я храню. Калуга и куда куши, легенды, чат читают. А, ну, все там. Где грач? Да. Мы легенды, братан. Мы легенды. Пацаны, похуй, один хуй мы, блядь, все братья друг за друга платим. Мы легенды, братан. Один хуй со Стас хуй взял. В Барнауле я не был. А так он прочитал чат, он поэтому... Что, играем? На сотку играем? Сотку ставлю. Похуй, один хуй общак. Я ставлю пятак на новый. Варё для меня, ну, Орё как... Я с Курска, для меня это как родной город, зовите. Я там очень много выступал раньше. Пацаны, в начале карьеры. Суефа на 200, банк 200 тысяч по сотке. Вот. У меня что-то теневой банк. Пошла возня. Калуга, пожми. До трех побед. Калуга, пожми. Лео, брат, передай привет. Это, видимо, Настюха! Вы минимальный трек. Привет и минимум. Привет, минимум. Да, всегда так. Да, ну, без разницы. Что, не больше не да, да мы не относимся к вайбу. Что, давай до трех побед. Кто меня в руку целовал, подожди. Подожди. Вот, ребят, организуйте этот... меня, а? Вот реально. Это Калуга. Калуга. Как это Калуга? Не был в Калуге, ну вот реально. Спасибо Юрию Леону за концерт в Ростове.
когда игрок говорил с этим кандиманом. Сам. Тебе спасибо, что пришел. Давай! Все, вот на две, по 100 тысяч мы играем на... Сына, сейчас заберу наблюдать. Не заберет он, не заберет. До 3 побед. 3 победы. Давай. А он просто мажор, ему похуй на это, не деньги для него, блядь. Ну, я так-то тоже... Спасибо, по сотке хуем сделал. С кругом у меня за альбом сколько... Смотри, сидит парень в часах, у меня часов нет, у меня браслетик он есть вот. Ага, есть, блядь, цепь Chrome Hearts, нахуй, как дороже, чем машина твоя, блядь. Давай, до трех! Раз, два, три. Раз, два, три. 1-0. Любимый трек Гоги? Это... У меня их много, но сейчас гоняю кирпич. Кирпич? Вообще пипец. Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Я три нормально. Есть. Подожди, какой? А, 2-0. Любимый трек Юры на данный момент Vamp Life. Совершаю грех, сделал гвал на воздухе. Я бизнесмен. Чтобы я был спокойнее. Вероятнее всего в пятницу будет альбом, может чуть раньше. Давай, пошла. А, пацаны! Смотри, это за то, что в пятницу выходит альбом Inside Info. Суефа, суефа. Сюда, 2-1. Я должен был красиво. Да, должен. С кайфом. Сейчас похуй, надо быстро. Да, у меня клянусь, ладошки потные, блядь. Конечно, на сотку, у меня тоже подпотели. Суефа, суефа. 2-2. 2-2. Решающий. Камбэк. Израиль. Юра, когда в Омск. Подуй. Эти рексы, эти ламы. Это хата куда куши, да. Можно? Как бесит. И вот еще верхний. Сука. Скалибер 14.8. Когда в роспись? Мы под Сочи. Где роспись? Я не умею писать, брат. Колян, красава. И читали. Калуга какие-то. Коляну нужнее. Но не твои. Леон, приедешь в Краснодар с сольным концертом. С удовольствием. Да, вот в Краснодар. Пацаны, я авансы не получаю с альбомов. Мне их нету просто даже. Гога не дисел, Рома 163. Роман мой брат. Барыга же черт. Почему Калуга не черт? Потому что Калуга не барыга. Где ты этот барыг вообще увидел? Ты че, охуел? Ждем сольник в Волгограде, в этот раз все красиво будет. Гога, приезжай вместе с Мишаней в Калугу. 75. Все, последний. Гога, давай совместный концерт. Да. Будет, блядь, сейчас дай последний, апну хотя бы обратно. Совместный концерт. Обратно банк вернулся. Так, я ставлю на Гогу. 10. 15 тысяч. А мне нечего будет отдавать уже в долг, буду, если я... Кому банк долгануть? Хуйню сказал. В смысле? Че, до трех? Нет, с первого раза. Давай. Даже без ножниц. Давай. Питер, кстати, Суефа. Ты бы, а не, у тебя задержка. Не, не, там нормально было. Не, задержка была. Я не работаю. Пацаны, напишите, напишите, была задержка. 8-1-2. Тебе что на запись приеду и не приехал, прости, брат. Дюрец, прощаешь? Да. Была, пишут, была задержка. Не было. Больше не было. Было. Пацаны, было. Плюс, если было, минус, если не было. Да не, не так и не было. Не было, не было. Была. Да не все. Была. Не было. Была. Плюс. Минусов больше. Ни хрена плюсов больше. Посмотри, была задержка, переигрываем, давай. Ну там спорно, на самом деле. Ну там спорно, одни плюсы. Да не одни плюсы. Да вот плюсы, смотри, фигачи. Минус. Смотри, сколько плюсов. Минус. Давай. Тоже сейчас бежит. Давай, Суефа. 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 Вообще нихуя не было. Базара нет, базара нет. Пятнашку еще. Сюда. Сюда, ебать. Ёпта. Леон на бах.
70 плюс 70. 150, давай, да, похуй, я хочу отыграться. Да, я нормально. Не-не-не, хуйню мы. Давай посчитать, я не считал. 50! Давай, стой, давай ты карте ставишь очки, а я Chrome Hearts очки. Давай. Мои очки Chrome Hearts, сука. На очки. Мне Юра сказал. И мои карте. Камеру покажи поближе, там все. Мои карте, его Chrome. Вот, Chrome. Chrome все есть, да, там. Оху, один хуй вместе носим. Легит. Вижу, как звук во рту поднялись. Смотрю вас давно. Очень рад. Вопрос ко всем, кого выберете, 4 ноа или... Братан, сам понимаешь, что сейчас тут же происходит. Вот в Курске я бы... Что за рейд от какого-то утки? Так какая суджа? О, Колян! Там люди... Колян, домов еду поставь. Какой текст, блядь? Какой нахуй Дмитрий Уткин? Че, на очки все-таки делаем? А че очки люто? Он же будет все. Орел Решка или на Цуев? На очки. Так, смотри, ты ставишь вот эти хромы, верно? Здравствуй, Коля. Зачем пришел? Колян, не бухай топ на стриме. А это я, не пьющий. Салам, пацаны. Всем добра, точка, Юрец, пожалуйста, передай привет кабринским пацанам, Илье, Евтуше, Кувар, Муху, точка, собирайтесь почаще. Привет этим пацанам. Кабринским. Я не знаю, да хуя их пишут, очень много людей. Это я, Хестон. Хестон? Что такое текст написал Дмитрий Уткин, а что такое? Похуй. Я, блядь, рейд какой-то. Он тебя на жопе текст написал. Передайте привет, Лерискор. Лерискор, привет. Привет, Лера. Хорошего тебе вот дня. Вот так, пацаны. Пройдите вторую карту. 5-15 тысяч, пацаны. Да, он это просто все. Это... Хотят, чтобы пацаны, вы пришли трека «Хочешь умереть» у Джибуда и Джон Гарри. Похуй, давай! Цуефа с первого раза на очки. Такие Chrome Hearts и Cartier. Let's do it. Суефа. Суефа. 1-0. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Суефа. Суефа. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Суефа. Суефа. Ой-ой-ой-ой-ой. 2-1. Суефа. Суефа. Ой-ой-ой-ой-ой. 2-2. Суефа. Суефа. Куда лучше? Сейчас, секундочку. Согласен. Очечки. Чё скажешь? Не-не, пацаны. Без очков, похоже. Пацаны, охуенно. Я сюда линзы воткнул. Они на солнце темнеют, темнеют на солнце и еще это. Почему на стриме? Я в них линзы воткнул, мне похуй. Солнце темнеет и чистый кон на 30. Почему на стриме одни мужики? А ты что думал, мы тут порнуху будем делать? Когда совместный микс. Это. Пацаны, кто Краснодар, скорее всего, скоро. Да не надо было. С Джон Гариком совместно. Я просто не понимаю, что такое текст написал Дмитрий Уткин. Ну заблокируйте его. А их дохуя. Я не знаю, кто это. Ну, кто такой Дмитрий Уткин? Знаете, задавать вопрос. Не знаю. Уткин. Откуда тебе кепка эта? Хуй знает. Я просто взял. Это у меня. И вот эту разыграем сегодня. Так эту положи там, вот где ты взял. О, сегодня, пацаны, гату разыгрываем. Сейчас, потом. Все, ничего не будем разыгрывать. Да не, не проеду. Спасибо, Азик. Можно? Так, пацаны, если мы были сейчас в GTA 5 RPG, пройдите сейчас. Лёня, это твоя такая? Да, да, да. Можно, да, погоняю? Ну, походи. Кто такой, блядь, Дмитрий Уткин? Да, кто такой Дмитрий Уткин, пацаны? Садом, парни, Юр в натуре дропните, уже лился только Демон 2 хотя бы на эско. Смотрю. Юра! Всем юф. Юр, тебя хотят. А? Че там? Так он... Что такое, блядь, Дмитрий Уткин, ёбаный рот? Я знаю, Василий Уткин. Не, Василий Уткин. Пацаны, кто это, блядь? Да, давайте не будем на это реагировать, это какое-то дерьмо. Да, блядь, ты чё, блядь, Айзек, вообще больной, что ли? Welcome to Clay County, aka Dress Pong. Передай привет ТГ-каналу Десире. Больше не будем сливать ваши треки. Бля, Колян, блядь, реально, блядь. Здорово. У тебя спросили, слышишь, вопрос к тебе был. У меня? Нет. У Юрца?
Там, короче, сколько когда смотрит? Выпустишь что-то 2, какой-то... Сколько смотрит? Косарь 400. Хуй говорят, Айсик, привет. А где тут Айсик? Айсик Суан. Айзек. Айзек? Нет, Айсик Суан. Короче, я выиграл же, да? И очки выиграл. А что, уже были какие-то битвы за респект? Было, были пиздец за бабки, да? Биту ебаная. Уже все проебали? Короче, смотри, что. Все, выиграли. Сейчас давай на 130. На, не ладно, давай на 50. All-in. Давай на 50, да нет, зачем мы выиграли? А что, суефа играть? Walk in the clay cannon. Мы играем на... Сейчас процент в гате. Здорово, мужики. Я понял. Спасибо, Юра. Я уже проебал. На 50? Юра, Лём, спасибо вам за концерт. У меня прическа биберовская. Выйдет на вашу тусу жертвой. Фарту. 50. Не болейте. Че, давай монетку на 50. Не, давай Цуефа с первого раза. Давай, Цуефа. Цуефа. Хотел же камень показать. Ну, пацаны, 15 тысяч с вас на звуковую карту. Я ж тебе дал на звуковую карту. Я больше не хочу подороже. Я уже вернул балик. Уже балик вернулся. Балик вернулся, нах. А у тебя что, сколько он? На очки у него уже мне отжал. Не знаю, не считал. Леонная. Не считаешь уже? На сайт Б. Walk in the clay cannon, aka Jurassic Park. И Юра, когда фит с Костяном Зверевым, он вроде говорят уже даже сипует. Я хуй знает, у него тоже игра по первые переносов больше нет. Что за бред? Ребят, бред не несем, Сергей Зверев. Можешь сказать что-то? Константин Зверев, это, по-моему, из группы вот этих Зверев, нет? Нет. Привет от Лёши, номер дизайн. Удачного стрима, братва. Здорово, Слава. Айзек, давай знаешь, как это сделаем? Если кто-то хочет разыграть кепку Гата вместе с майкой, футболкой Prescription Game, кто больше всего донат закинет? И так, да, кто самый большой донат разовый закинет, отсылаем Prescription Game и кепку отсылаем. Гата Бенза. Ну, похуй, давай так. Мне не принципиально, я принес так чисто подержать. Все, давайте, пацаны, за самый большой давайте донат. И кто задонатит, пишите сразу ник в инстаграме, чтобы мы понимали, кому это что делать. Мы сфоткаем. Уверены, что а что есть памятку у них? Да похуй. Че, слышишь? А? Ты да, ровный пацан. Тишки Prescription Game заказать у Ники. Вон он сидит вот здесь вот. Йо, здорово, пацаны. Где все его знают. А это ты, Ник? Да, бля, я тебя внешне не видел, типа, вот все. Да, в смысле, мы что, на сотку? На сотку? Да похуй, я уже хочу быстрее либо все твое забрать, либо, блядь, все, меня уже заебало. Не играйте в азартные игры. Рушится семья. Туда же 110. Так, ты что ставишь? Я ставлю. Орел Решка или Цуефа? Стойте, я 20. У меня денег нету, блядь. Я 20-ку ставлю. Я просто хочу быстрее либо тебя ограбить, либо уже, ну, типа, перейти к следующему этапу. А что, VPN у всех в рот ебет? Нет, да не нормально. Калуга, иди сюда! Куда ты пропал? Я курю себе. Джон Гарик, сядь сюда по-братски, пацаны. Да ща я передохну. Тут просто для людей очень много незнакомых людей. Леон, когда в тур? А где Диман из Лубарту? Чего он там сядет, не видно. Ну вот как мы тут все усядемся? Давай до трех на сотку, ебаную, косарь зеленый. Блядь, стучи ты по столу, ебаный в рот, блядь. Да нет. Ну все уже, давайте уже не суефа, что-нибудь новое. Да, давай на что сыграем, на что сыграем. Блэкджек, блэкджек. Да у нас нету. Давай, у нас есть карты, чтобы кто больше вытащит? Я бы в дурачка или в дурцовно. Блядь, карты, карты. Давай есть спичка, кто спичка или еще что-то, чтобы кто короче вытащит, тот проиграл, ну тот выиграл. Жребень типа? Ну да. Давай так, жребий. Или кто больше отожмется на. Ну тогда Гога проиграл уже. Смеялся. Потому что я знаю, что уже будет победа. Липецк когда? Все, кто бабла больше всего в итоге забрал? Пока что мы оба в одной хуйне. Ну я его грабанул пока что. На хром-хардсе, да? На хром-хардсе грабанул, но я отыгрываться надо буду. Надо отжимать хром-хардсе обратно. А с CSGO ножиком чё, как там дела? Ну да я, не, он я дома, могу CSGO ножик, я могу перекинуть, у меня сейчас не заходит просто. Людям нужен контент, нам надо видеть, как ты перекидываешь. Люди не поверят, скажут, ты пиздобол.
А мы не пиздоболы, мы нормальные пацаны. Да, бля. Просто... Когда я, бля, пиздил, я пиздоболу в рот ебали. Пиздоболу в рот носу? Я могу. 100 тысяч похуй. Тут по 110 здесь. Давай. На трех. А Витто? 400 баксов списали. Ворку с Польской. Че, погнали? До трех. А ты не водил деньги? Су-Е-Фа. Су-Е-Фа. Первая есть. Первая есть. Дай вторая монетка. Монетка вторая. Давай, орел. Я решка. Стой, подкидывает ли он? Заколдовал. Решка, блядь. Решка? Да. Ну, у тебя там один, была решка. 1-1. 1-1, да. Давай, давай. Су-Е-Фа, 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 Су-Е-Фа. 2-1. Салют всему худ 2 худ и остальным оттичь. Худ 2 худ, нахуй. Худ 2 худ. Два. Давай, какой рост у Димы из двух Энфер, Битмар, это ты? У какого из? У какого из? Они оба. Бендов Заниных, шараут тем от Бендов Заниных. Энфер, тебе салют пламенный, вообще ты красавчик. Обнял. Выключите музон по-братски. Кто? Низкий, который. Да выключил, Айзек, ёбаный, блядь. Шараут, брат. Ты крутой, Битмар. Энфер, рекомендую. Давай. Цу-Е-Фа, 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 Цу-Е-Фа. 2-2. 2-2. Су-Е-Фа, Су-Е-Фа. Чат не вижу. Все, я оставил ногу. Еще двадцатку Леону на. Нормально, грабим. Ты отдаешь, что ли? Да, опять проиграл. Ну, ничего, а смотри, какая у него котлета, у него, блядь, была вот. Но я нормально ограбил, похуй. Так, надо что-то менять, заебали эти комменты. Калуга, чё? Кто заебали? Обосной. Камень, ножницы, бумага. Так, донат говорили какой-то мы пропустили. Кости можем. В крэпс. 85 у меня осталось. Чувак, крэпс. Как флом отношусь, ну, порядочно. Салют, парни, Юр, в натуре дропните уже Лил Сатан и Кэндимен 2. Хотя бы на СК. Ждем всем ЮФО. Кидаю салам. Алло. А, че, извините, я салам. Парни, Юр, в натуре дропните уже Лил Сатан и Кэндимен 2, хотя бы на СК. Хорошо, дропну. Дропнешь, точно. А, Джон Гаррик, что думаешь по поводу того, что Трэп Киндер уезжает долг родине отдавать? Слава России. Слава России. Создам. Не служил ли мужик? Бокс. Я вот это все придумал. Это ты все придумал? Да. Так, пацаны! Бокс. Что там написано? Похуй, пока у нас банк огромный здесь. Сорнвей готов уже, услышите, там будет разъем. Слышишь? Давай, играем на то, кто в казик депает. Давай. Ну, я на кубике. Казик нельзя показывать здесь. Ну да, на кубике. В Белгород с кайфом. Или в твой. У меня нет казика. Нет, куда ты говорил? А, вот это где я играю? Да, да. И мы делаем на полторы тысячи Белгорода. Поеду с существенной скидкой в Белгород, если что. Так у тебя, блядь, нет крипты? Ну, есть крипты. Давай сейчас закончится. Пацаны, по-братски, без лишних хуйни. А кто такой Осов? Пацаны, делаем, плюс чат, если делаем. А нельзя ж казино? Но это не казино, это play to earn игра. Ну, надо менять тогда. Play to earn? Не-не-не, это не казино. Я понял, мне надо менять, чтобы на карту закидывать туда. У меня все пароли на другом. Сейчас придумаешь что-то. Плюс чат, если делаем, пацаны. Полторы Особов, штуки, мужик, полторы вообще штуки чемпион хардкора, наш пацан. Да вон все никто и не смотрит. Что за play to earn? Что-то колонку в Тольятти с Юрой надо очень. С кайфом. Типа на бабку там можно. В УФУ тоже с кайфом. Ну они же типа легальные. Как стать моим ребенком? Пацаны, у меня один ребенок, и он настоящий. Су-Е-Фа! Су-Е-Фа, давай, короче. 85. Тут 85 и еще бабушка, получается $900. Немножко, я 400 докину. Потом на Rolls-Royce. Молодой и Владимир не относится. Я хочу депнуть сейчас. Давай. Будет когда-нибудь. Полторы штуки баксов получается. Все. Были даже предложения. Давай. По карьере. Кто депает? Конечно, будет. А что в баксах-то? В рублях же надо. Но мы будем депать-то баксы, ебать. Прямо сейчас 10 тысяч кидаем, мне две футболки. Давай. Нет. Давай.
Давай. Не, мало. Закидывай, пусть Бога, закидывает. Что с Паулом? Ну, если ты закидываешь десятку, то если тебя что перебьют, то сорян. Пауль в дурке, пацаны. Что, в дуре? Ты не знал, я же тебе рассказывал. Только ник напиши, если ты депнешь. Я тебе потом расскажу. Давай! Су-е-фа! 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 Гога, играем в Орел Решка на 10к. Забиваю себе решку. Он с тобой играет на 10 тысяч. Ну все, давай, скидываешь. Давай, если, стой. Если решку забиваешь. Let's go. О, решку, давай я подброшу. А если я подброшу? Это уже контент, нахуй. Давай. Вот это хорошо, вот это пошло. Подожди, он сначала должен закинуть. Ну да, закидывай, и если ты выиграешь, ну да, кстати. Если ты выиграешь, двадцатку то тебе отправляют. Тебе обратно десяточка. 10 тысяч, да, если выиграешь, то я закидываю тебе на. 20 получается. Депай, я тебе сейчас кошель дам. Подожди, а мы до 3 играем, это же не... В смысле до 3? Ну блин, у тебя свыше полтинника до 3. Ладно. Я котиков 1-0. Суефа, суефа. 2-0. Суефа, суефа. 1-2-1. Суефа, суефа. Суефа, суефа. 2-2. Я иду в Калининграде. Суефа, суефа, суефа. Суефа, суефа. Калуга, сядь, я хочу поссать. Чё, скидывай меня на кошелек. Да можешь прям тут. Скинь мне этим КБ на этот, на Телеграм. Так. Что сделать? На криптобот Телеграм. Сео, тебя не видно. Кого он не видно? Я почему-то перепутал. Так вот, 2 босса в игре. Ну, вообще-то их тут 10. Ну, ладно. У руля сейчас вот этот состав. Задавайте нам вопросы. Нет тут никого, дефора тут нету в этот раз. Есть, есть. Я дефор. Ладно. Ну как дефор? Я не буду... Да не дефор, а дефор. Братан, снимай, делай что тебе по кайфу. Тебе сейчас въебут. Он ведет прямой эфир, это вообще-то, пацаны, известны так-то граффитос, если что вам, так, на секундочку. Зайдите в Инстаграм, посмотрите, Брюск. Что там пишут? Что, снимать запрещают, что ли? Как вступить в ПГ? Занести 2,5 миллиона. Что он сказал, как стать? Я залям приму. Ну, во-первых, скинь то, что ты делаешь, и там уже определимся. 2,5 миллиона, и ты в составе. Не знаю. Лука мой брат. Это админы какие-то? Сядь сюда по-братски. Сейчас будем депать. Ты скинул? Пацаны, сейчас я закидываю. Мне таких предложений не поступало. Ты скинул? А, это, сейчас, секунду. Сейчас я знаю, что как. А я фиты не клянчу, никогда этим не занимался. Сейчас. А что, полку закончишь? Так, пацан, Калугич, садись сюда. Всем интересно. Юра, ты совсем, значит, не можешь приехать и на стримках не фигюра. Чё, блядь? Пацаны, не алкоголь. Вот, если чё, байбит, крипта, 2500 баксов есть. Да, почти 3000. Кидай мне! Каша, я говорю, ребята, от Айс Гегерта не поступало предложений. Он у тебя здесь есть? Да. Сейчас я тут. У нас кепка такая есть. Аутификатор. Тут есть? Калуга и Гога готов? Не пали, не пали. Готов концерт в Крыму дать? Не палю, ничего. Там видно в камере. А? Концерт в Крыму готов со мной дать? Бро, у меня еще не это, организаторы не покупали. Ты готов в целом в Крыму дать концерт? Почему бы и нет? Сейчас, секунду. Когда фит с Юрцом? Да, просто не хочется так далеко, знаешь, иногда ехать, когда там самолетов нет. В Воронеж мы заебемся 6 часов ехать тоже. В Воронеж? Поезда ездят до Воронежа, я же там часто. Сколько? По времени. Игорян, сколько ты до Воронежа? 5 минут у тебя должно прийти. Я тебе на 3. Да часов 5-6, бро. Я тебе кинул, да, то, что да. Так. Давай сейчас быстренько. Вот что у тебя. Это. Когда худак хотят, с вайперами не будет фита. Будет. Есть варик. У Джунгары. Пацаны, а чё, слышь? Давай, может, а есть маркер, пацаны? Я, короче, сажаю сюда Джона Гаррика. Маркер белый где-то был.
пусть пообщается парень. Лукази будем крутить. Гарин, когда звони, кажется, нам. Не. Брюс, там это. Сейчас, секундочку. Лейм. Царь Воронежа от души. Мечта, да не знаю, все мои мечты воплотили. Джунгари, ку, салют, братва. Воронеж здесь. Да, нормальный самец. Так, мне пришли бабки, блядь. Да, минус. Мне пришли! Колян! Пришли, сейчас иду. Все, вот там пришло. Бабки. Большие бабки. Сейчас будем крутить большие нахуй кубики. Большие бабки. Большие города! Было очень сложно. Большие города. Джунгари катащит с Трикстером нормально. Можно, кстати, такое сделать. Пришли? Гога меня вообще расщеплил на всю капусту. Вот это было все. Ой-ой. Вот это было все у меня. У меня наполовину, короче, блядь, нормально. И вот эти очки тоже были у меня. Гога раздел. Гога, предлагаю следующую после этого твоего, после вот этой движухи, ты часы, я цепь. Цепь 10 тысяч евро. А когда ты меня дисил 23-м, он пишет: Джон Гарик, ты знал, что Гога тебя дисил 23-м году? Пиздёж ёбаный. Было, было. И мне он пел это. 10 раз. Так, пацаны, блядь. Привет. Да, да. И сейчас еще еще этот. Братва, шансоновый альбом не знаю. Может быть сделаю, может быть нет, пока не помню. Да, а че Вормыч не приехал? Бля, а дайте маркер, пацаны. Посмотрите маркер белый там, сейчас посмотрю. Короче, давайте этот. Пацаны, по концертам, вот как анонс будет, значит, тогда приеду. Вот так еще спрашивать, это реально. Я за ЗОЖ. Ворин, приеду, пацаны, привезете, приеду. Хоть каждую неделю буду ездить, будете привозить. Пацаны, блядь. Джон Газ.